все будет ок, ведь сами волчок, это по-прежнему мини-дум. Видео я записываю после пятидневного застоя. Ну потому что я могу снимать только на выходных, как вы уже знаете. Потому что у меня универ. Что за эту неделю произошло? Ну, во-первых, на прошлых выходных в субботу я сходил на Венома. Фильм мне очень понравился, спойлерить не буду. Его наверняка не все из вас видели. Давайте просто продолжим. Так, не святая церковь. Блин, музыка. Так, ты кто? Что за зомбари, блин? Интересно, вас тут много? Ладно, будем уничтожать. Не, что-то слишком дохрена. Так, возьму-ка я любимый дробашек мой. А тут есть что-нибудь? На вот. Их довольно много. Так, тут секреток не вижу я. Интересно, почему у вас так много? Так, а эту могилку можно хоть разрушить? Так, задолбали. Видите, до чекпоинта я дошел. Ух, заразы, блин. Ой, а что? Здесь. Сюда я не могу залезть. А сюда я могу пройти? Секретка. Руна. Это... О! Вечный лук. Класс. Хорошая, кстати, оружка. Так, сейчас, я так понимаю, будет битва с боссом? Ай. Что тут? Я проверил, туда лучше не прыгать. Мне нужны хп. Вот туда как пройти? Блин, у меня... Ой!
Чуть не свалился. Фух. Добрался до аптечки все-таки. Кстати, хотелось бы еще с вами немного поговорить. 21 лайк уже набрали. Да, я, конечно, погорячился насчет 30. Я такой подумал, вы 30 же... Вы же не наберете такое большое количество. Я решил вас пожалеть. Да идите вы знаете куда. Достали уже зомби поганые, одноглазые. О! Что за секретка? Я среагировал вовремя. Ну серьезно? Они не могут допрыгнуть. Теперь могут. Так, что тут? Музыка, кстати, очень на косованию похожа. О, господи, еще один. А мне нужна аптечка, срочно. Что это такое? Ой-ой. Не-н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 е. Я еще одну руну нашел. Эти зомбари постоянно лезут. Они бесконечные, по-моему. И не по-моему, а точно. Просто толпы зомбарей. И лезут, и лезут, и лезут, и лезут, и лезут, и лезут. И они не кончаются. Так, ладно. Так, как тебе мне назад вернуться? О, дошел. А вот и синий ключ. Если аптечка, значит, скоро будет жопа. О, попал. На вот. Но все равно тут много. А клетки не открываются, да? Нет, это реально кастлвания какая-то. О, старый манкубус. Старый добрый манкубус. Ой, ну точно жопа.
Все, с этим я справился. Ой-ой. Идем просто дальше. О! Возвращаться, да? Ну-ка, здесь нет никаких секретов. На, на, получай, 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 бессмертная хрень. Но не бессмертная, а не кончающаяся. Вездесущая, можно сказать. Рыцаряда, привет! А я по тебе скучал. Так, возьмем дробашек наш. Здесь будет жестко, да? Так, я хочу проверить, есть ли тут секретки. Ну это точно Кастлвания. Я не знаю, сколько я раз это повторил. Можете посчитать. Он с дробаша убивается быстрее, чем с когтей. Так, Манкубус, иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Так, это надо как-то обойти. Я успел. А это секреточка? Ай. Да, секреточка. Марио. А, нет, не Марио. Ну, похоже по стилистике. Жалко, эти штуки нельзя разрушить просто. Вот и неполные теперь. Ай. Успел. Так, чекпоинт. Взяли. Так, все, понеслась. Прошел. Вы не представляете, это было сложно. Но все же я их поборол. Я так понял, это еще не все. Нашу бензопилу. Ух, ни хрена себе, блин. Вот это оружка. Я ее прибегу, пожалуй. Нет.
беречь не стоит. Ой-о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 й. Да дайте мне просто пойти. Фух, я просто мог сдохнуть, действительно. За чекпоинт огромное спасибо. Ну, оружка реально топовая. Правда, вы видели, что там произошло? Они специально это сделали. Так, я смотрю, тут что? Как сюда залезть? Нет, не помогает. Значит, надо пойти сюда. Что это? Что это за глаз? Ну, нормально вообще, привет. Тебя-то мне не хватало. Смотрите, просто... Бомс! Так, сюда как-то надо залезть. Секреточка. Надо взять когти. Все, спасибо, когти. Ну спасибо, блин, удружил манкубус. Так, надо быстрее пробегать. О, пробежал. Иначе я бы точно сдох. Опять открывать тебя по новой. Ну ладно. Так, теперь вроде бы все тут открыто должно быть. О, нет. Как сюда пролезть? Видимо, никак. А, хотя нет, тут же телепортер стоит. Ох, блин! Зря я это сделал. Очень даже зря.
А вот и красный ключ. Так, куда теперь? Вниз? Да, теперь вниз, а и назад. Так, а куда нам еще раз? Я потерялся. Ай! Достали, твари. Появляются на каждом шагу. Еще с тобой разбираться. Так, я так понял, что нам жопа в следующий раз. Нет. Не согласен. Да не туда направил. Блин, не та оружка. Я все-таки дошел до красной комнаты, но чувствую, мне тут хана будет. Хотя нет. Живем. Кто босс? Я, блин, на тебя, зараза такая, потратил. Понеслась. Неужели это все? Нет, сначала я не пойду сюда. Я сначала лучше пойду сюда схожу. Это было действительно жестко. Еще тебя тут я не встречал, да, спасибо, что пришел. И долго я буду тут еще по уровню бегать. Надо было вернуться, ну ладно уже. О. Да, дальше все жестче и жестче. Ладно, идем сюда. Господи, как же вы мне достали! Пошли в жопу!
Почему ты похож на Ктулху? Так, мне срочно нужны хпхи. Так. Вот точно Марио, все. Наше максимальное количество здоровья прокачано. Автор постарался вообще над этой игрой. Блин, лава. Это уже хреново. Так, а там сверху есть что-то? Ну, нормально, еще ты тут. Отвали. Так, уже чекпоинт получили, это уже хорошо. Так, я хочу добраться сейчас до аптечки. Ай, блин. Ну, теперь по-другому. Ой. Все, аптечку я взял. Конечно, моим идиотским способом. Но все же взял. Есть. Так, а тут есть секретка? Да, тут руна. Ох ты, кто? Арахнатрон здесь откуда? Ой.
Я победил Рахнатрона. Это можно считать большим достижением. Что-то мне подсказывает, что худшее еще впереди. Так, а как тут быть? Ох, блин, мне не надоели эти твари. Падшие души, как же вы мне надоели. Смотрите, куда я дошел. Скорее бы чекпоинт. О! Так, а ключ? А что тут? Опять в эти маленькие штуки. Не люблю эти штуки, если честно. Давай, иди сюда. Опять я падаю. Ты откуда взялся? Так, еще тут пройти надо. Вы меня все забыли, блин. Ой. Еще ты пришел. Что делать тогда? Что это за место? Опять Рахнатрон.
понеслась. Есть. Теперь убьем вас. Теперь точно все. Да я это уже. Это же на прошлом уровне типа это было. Вот чего? Повторять вздумали? Так, ладно, идем сюда. Опять эти манкубусы, ктулху. Ктулхубусы. Буду вас так называть. Ктулхубусы. Так, опять ктулхубус идет. На вот. Давайте, падайте. А сюда вас. Стоп, там секретка какая-то под лавой. Так, есть. Ну давай, иди сюда. Удачно, сразу двоих. Так, да. Понял, я дошел. Так, значит, мне теперь надо сюда идти. Опять. Ключ. В этот раз они хоть что-то изменили. Интересно, сюда кибердемоны смогут добавить вообще?
Надо будет посмотреть, тут есть тимер демон. Да, какие же здесь извилистые пути. А я думал, это все? Ой, ой, главное только теперь не свалиться. Так, а тут ничего. Так, а тут точно ничего нет. Вот видите, как я увидел вовремя. Иначе бы без руны ушел. Все. На этот раз я уровень под музыку этот проходить не буду. Я не хочу. Мне надоело, если честно. Так, ну-ка. Сколько там нам еще проходить? Не, ладно, давайте все на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Волчок и игрушка Мини-Дом. И помните, все будет плохо.